Я письменно попросил контрольно-счетную палату начать работу. Работа была сделана скрупулезная, большая, в течение там 2,5 месяцев. Окончательные результаты ее легли на стол в конце июня, которые подтвердили те сомнения, которые у меня были. Ну и по результатам, уже не дожидаясь никаких дальше расследований, я понимал, что дальше так в городе жить невозможно, принял решение и уволил первых руководителей данного подразделения. В настоящее время результаты проверки переданы в прокуратуру, ну и будут вестись дальнейшие действия, расследования процессуальные.